Крестный ход по Невскому проспекту впервые со времен Октябрьской революции пройдет 12 сентября, в день празднования 300-летия Александра Невской лавры. Об этом сообщил наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий. «Это праздник не только для православных жителей города, но для всех петербуржцев», – отметил епископ. «Человек, вне зависимости от вероисповедания, должен знать о значимости Казанской иконы Божией Матери и личности святого Александра Невского для истории и жизни нашего города». Вице-губернатор Василий Кичеджи добавил, что день вспоминания о перенесении мощей святого Александра Невского входит в перечень городских праздников и памятных дат Санкт-Петербурга. Он пригласил жителей и гостей города поучаствовать в торжествах и добавил, что организаторы намерены воссоздать и другие праздники 18-19 веков. Во главе крестного хода пройдут представители городской администрации, а в Митрополичьем саду вечером будет запущен фейерверк. Кроме того, он заверил, что возрожденный крестный ход по Невскому станет ежегодным. Крестоходцы отправятся после божественной литургии из Казанского кафедрального собора к Александре Невской лавре. Впервые из главного храма города на Неве будет вынесена чудотворная казанская икона Божией Матери. На встрече ей и Свято-Троицкого собора лавры малым крестным ходом во главе с патриархом Кириллом двинется другая святыня – ковчег с мощами святого Александра Невского. День перенесения императором Петром I мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербург и 300-летие Александра Невской лавры будут торжественно праздноваться 12 сентября. Великий князь, защитник северо-западных рубежей России, является небесным покровителем города на Неве.